здравствуйте, дорогие мои друзья. Короче, я не занимался гирей где-то уже год. Как вы помните, в прошлом году я толкал гири 65 килограмм правой рукой. 8 раз был рекорд. Ну, типа на 6 я толкал, а 7-8 это как бы рекорд. Вот сейчас возобновил свои тренировки. На рекорд не шел, толкнул левой 2 раза и правой 2 раза. Ну, как бы запас еще был, но я вот просто чувствую, 8 раз не толкну, даже 6 раз не толкну. То есть надо как-то адаптироваться, наверное. Я еще как бы, ну, не адаптировался после штанги к гире, короче. Ну, плюс, наверное, как бы старею, вот, как бы у меня уже прогресса нету. В общем, пишите, что вы думаете по этому поводу. И напишите, как вы думаете, толкну ли я в этом году 8 раз. А и вообще, установлю ли я, может, рекорд в этом году, там, новый, там, 10 раз толчок правой рукой, 65 килограмм на 10 раз. В общем, пишите свои думки, пишите, что вам навеяло, короче. Вот, давайте. А я вот все в куртке сижу за 25 баксов, потому что у нас до сих пор еще не топят, короче. Давайте. Ja, ihr schwimmt.